Вот здесь у нас различные ларьки. Прямо вот они вот в центре вот этой вот такой вот парковой улицы проходной. Ну вот люди вот любят, понимаете, вот эти вот покупать книги. Покупают очень много. Конечно, в основном здесь новеллы, различные обычно какие-нибудь там рассказы. Но ну, вот люди вот покупают, вот там, так сказать, это все востребовано, поэтому для всегда это все это есть. Hola, buenas. А, vale. Вот не очень любят люди, когда их снимают. Это правильно, это логично. Но я вот, вот так сказать, но, ну, в общем-то, это разрешено. То есть ничего особенного так нет, если, скажем, ты снимаешь, допустим, вот сам магазин или еще. Ну, людей не надо, конечно. Ну, это правильно. Это правильно. Это случайно. Но я, честно говоря, я и не делаю такой вот попытки. Вот тоже вот девочка. Hola, buenas. Поля, а сэр фото? Ну, вен. Вот тут разрешила девочка. А, мой вен. Буэн ребрерия, а? Буэн ребрерия. И кому ва? Вен. Ай альген ке тэн ке компрар, но? Стан компрадо? Мой вен. Ага, ага, ага. И ке мас? Ке мас? Альгунас новеллас о альго? Ага. Ага, ага, вот такие книжки. А, это вот значит это новеллы. Ну, рассказы. Ну, все, здорово. Ага. Ну, entonces, negocio más o menos bien, ¿no? Vale, gracias, eh? Hasta luego. Вот тоже тут книжки торгуют. Hola, buenas. Сегодня сплошные либрерии. Такие вот. Либра это книга. Поэтому книжные такие вот лавки. Ла. Поле. Ну вот, вот разрешают. О, какие симпатичные тут. Так. Ну тут даже с телевизорами, вот я смотрю тут вам дум. Пойду? Пойду сэр фото? Си. Ну, я не гласят. О, наш любимый Ван Гог. И кому вы негосио? Muy bien. No, pero hay alguien que tiene que comprar o... ¿Cómo, perdón? Perdón, entonces, ¿hay alguien que tiene que comprar o no? ¿Están comprando? Claro. ¿Sí? Sí. ¿Usted quiere comprar? No, yo quiero ver. Ah, vale. Te mando, tú quiero ver. Ничего, очень хорошо сделано все. Вот такие вот. Народ тут же отдыхает. Hola, buenas. Hoy mucho librerías por aquí. Hoy mucho librerías por aquí. No, ¿cómo es eso? Yo veo que es que hay bastante. Pero ¿y por qué? Ahí la feria del libro. Ага. Ну вот сегодня, значит, такой как бы ну как бы выставка таких вот маленьких магазинчиков. Это no es cada día, ¿no? No es todo el día. De 10 a 2 y de 5 a 9. Ага. И una semana, это una semana, no? Ага. Ну вот, до 3 мая это будет. Сегодня открыли, и вот до 3 мая все это будет. Ну отлично, отлично, приятно. Vale, gracias, eh? Вот такой сегодня такая выставка, скажем так, вот, да?
Вот эти вот ларьки, конечно, они здесь все время стоят. Вот. Ну и, видимо, их используют для вот различных других целей тоже, да. Могут быть какие-то еще другие. Так что вот сегодня вот такое. Ну, всего доброго. С вами был Василий Анатольевич.